Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серматю Хлеплей, первый сир, моник здесь Кирилл Путбуль, не забывайте вводить моник перерегистрации. Итак, чуваки, сразу извиняюсь за плохой звук, и сегодня не будет видео ответы на вопросы, потому что, как вы знаете, я думаю, у меня микрофон пошел по пизде, я искал вчера на протяжении часа по всему городу подходящий микрофон, ничего не нашел, только тюльпаны, а мне нужен именно USB вход. А если заказывать сейчас праздники, только в понедельник можно будет заказать новый микрофон. Завтра я понесу свой микрофон в ремонт, поэтому надеюсь на ваше понимание и поддержку. И терпение также. Поэтому звук немного будет хреновый, может даже не немного. Напишите вообще очень плохой звук, либо еще нормально. Смотреть еще можно. Также, блять, я записал охуенную серию про то, как, куда потратить рыжих 100 тысяч. И, сука, она не воспроизводится. Просто, не знаю, никакой ошибки не убивает, просто залагивает и все. Я не знаю, что делать. Просто какая-то черная полоса пошла. Но надеюсь, эта серия запишется и все будет нормально. Сегодня я покажу вам финку нашего семейного бизнеса «Компьютерный клуб» в Арзамасе. Ну что ж, короче, погнали. Пиздец, начал проверять все свои машины, и в «Монстре» нету бензина, в «Мерседесе» нету бензина. Только в «Ямахе», в «Бэхе», в «Ламбе». Ну, блин, не знаю, чего даже выбрать на самом-то деле. Потому что, думаю, BMW вам уже надоело в каждой серии. Поэтому давайте я, наверное, возьму «Ямаху». Кстати, блин, вот серьезно, очень обидно то, что серия, блин, просто лаганула. Не знаю, что с ней произошло. Но она просто не воспроизводится, просто залагивает видео. Даже никакого изображения нету. Я посмотрел, весит нормально, как и должно весить. Ошибку никакой не пишет. Просто не воспроизводится, и в программу для монтажа не могу ее закинуть. Просто зависает и все. Я не знаю, в чем проблема. Надеюсь, хотя бы эта серия запишется, в принципе. Сейчас мы отправимся в Арзамас. Именно там находится мой бизнес. Точнее, бизнес нашей семьи. Пока что я его не перекинул на бизнес семьи, чтобы он был, потому что нету денег, как бы. Я просто дал Рыжику все свои деньги, реально. Просто все. Вот 15 тысяч у меня осталось, и все. Да, я помог человеку, я сделал добро, мне очень это приятно было сделать. И просто, блин, вы просто не представляете, какая была реакция Рыжика. Охуенно, блядь, что я могу сказать? Просто замечательно. Короче, я чтобы не париться, чтобы наверняка уже попасть в этот Арзамас, зашел в особняке семьи. Сейчас возьмем вертолет и долетим лучше, потому что пиздец, у меня уже реально какая-то черная, сука, полоса, блядь. Прям черная-черная полоса. Кому нехуй делать здесь машину разбивать, сука? Увидел бы, нахуй, руки оторвал бы. И реально бесит такие долбоебы, сука. Увижу, реально, нахуй, с вами выгоню, сука. Честь, блядь, навсегда семьи, блядь. Херят реально такие люди. Нахуя так делать, сука? Ты ж, сука, его не покупала, блядь, дура, блядь. Нахуя ты разбиваешь? Разбил, блядь, подчини, и все, и заебись, блядь. Реально, сука, так трудно, блядь, воду, блядь, даже закинуть машину. Подчинить, блядь. Машины семьи чинятся за 2500, блядь, вообще-то. А, блядь, трудно починить. Я просто... Фух, я даже спокойно приземлился, что меня, в принципе, радует. Так, вот, короче, бизнес наш. Кирилл Путбуль, 5 миллионов госка, компьютерный клуб, все дела. Вход бесплатный, короче. Так, давайте я вам покажу финку, в принципе. Ну, сегодня 0, в принципе, да. Кстати, продукты я еще ни разу не завозил. Вот, компьютерный клуб, я задрот, компьютерный клуб, так... Кирилл Футболь, 5 миллионов, прибыль 0, баланс, так, 75 рублей. А, улучшение, у нас куплено только маркер, я покупал, и все, в принципе. Извините, название бизнеса я пока что не вижу смысла. Добавить каталог дорого, поэтому я этого делать, в принципе, не буду. На самом деле, он не так уж и много приносит, я вот думаю продавать, я купил его за 7, но готов его кому-то отдать за 6 миллионов, в принципе, потому что денег вообще нет у меня, вот 15 тысяч осталось, и все. Поэтому, да, здесь, короче, можно контр страйк устраивать. Гонки в космосе, я не знаю, пацаны, напишите, они работают или нет, потому что я не выкупаю, как там погоняться вообще, почему-то постоянно просто надо ждать, и в итоге потом ничего не происходит, я вот этого не знаю. Counter-Strike можно порубиться с друзьями, в принципе, там, скиллы покачать там и так далее. Я думаю, это все, в принципе, понятно. Ну, короче, давайте я вам покажу, как это вообще работает. Это не буду показывать, потому что я потом оттуда не выйду. Первое время, да. Поэтому я показывать не буду. Просто подходите, нажимаете Alt, и все. И нужно билет купить. Билет стоит, по-моему, я не знаю, сколько он стоит, кстати. Давайте посмотрим. Билет стоит всего лишь 1000 рублей, пацаны. Поэтому, я думаю, это недорого. Можете... Конечно, саму здесь ловить нехуй. Не, можно скиллы покачать, в принципе, да. Как бы бесплатно. Но так особо делать, в принципе, саму нечего. Это надо с друзьями там
там в СПГ приехать, там, не знаю, с друзьями по скайпу постреляться и еще что-то. Ну а так, в принципе, особо само там делать вообще нечего. Кроме того, чтобы покачать скиллы и все, в принципе, да. Так, ну что ж, какая же здесь финка? Владею я ним около недели, наверное. Так, изменить цену за вход, финансовая статистика, стоимость этого товара. Вот, короче, какая здесь финка, да, пацаны, не фонтан. Не фонтан, 16-20 тысяч. Вот в последнее время начала финка на самом деле подниматься. А вот особо, как видите, здесь прибыли нет. Не, ну в принципе себя окупает тем, что за него нужно платить всего лишь косарь в день, как бы. А в день он приносит по 10, по 20, бывает даже 25 тысяч. Поэтому такой себе. Так, по ГОСу бизнес еще стоит. Вон там еще спортзал в бане находится, короче, да. Но так, в принципе, у меня никогда не было компьютерного клуба, это первый мой опыт. Ну, я думал, на самом деле, что здесь будет больше прибыли. Я когда его покупал, я не спрашивал, какая финка, ничего не спрашивал, просто мне предложили его, я говорю, 7 лямов, типа, заберу. Не знаю, дорого это или нет, но, скорее всего, дорого, потому что, ну, хотя ГОСК 5 миллионов, всего лишь 2 ляма переплатил, как бы, от ГОС стоимость, поэтому, я думаю, довольно-таки неплохо. Поэтому вот такие вот дела, в принципе, да. Ну что ж, я думаю, на это будем заканчивать. Вот такой был коротенький видосик про бизнес наш семейный, про его финку, в принципе. Кто хочет, можете приезжать, короче, вот на карте. Вот здесь находится Варзамасик. Кто желает, можете приходить. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.